при поддержке Можаев и партнеров. После двух месяцев тренировок мой вес составляет 75,5 килограмм. Это очень круто, поэтому можно покушать очень плотно. Блинчики с вареньем. Варенье, кстати, из апельсинов. И просто шикарно. Я очень хорошо потрудился на прошлой неделе. Четвертая нагрузочная неделя, она, конечно, была самая жесткая. Фу, но круто. Вчера бежал 22 километра, делал сразу две беговых тренировки. Вообще, мне нужно было бежать сначала одну тренировку 13 километров с интервалами, а потом вечером бежать вторую тренировку 9 километров, просто ровный бег. Но так как утром я обычно проспал, соответственно, как бы день не хотел разбивать, ну и думаю, в любом случае сделаю я с интервалами тренировку, а потом посмотрю по самочувствию и, если что, может быть, сделаю вторую тренировку. В общем, как только я начал бежать свою первую тренировку, я понял, что я в любом случае буду бежать сразу две, потому что разбивать на первую тренировку и на вторую, делать между ними перерыв, это долго. Поэтому я так и сделал. Я пробежал сразу 22 километра. То есть я полностью отработал интервалы, а потом побежал обычно в темпе, в котором написал тренер. Нужно было бежать 9 километров с пульсом до 140. И так как в первой части тренировки я свой пульс разогнал, в принципе, вторую часть тренировки я бежал с пульсом 150, и темп у меня составлял где-то 5.25-5.20. Общее расстояние, которое я пробежал, 22 километра, и средний темп у меня был 5.18. Мне понравился.